Вечно молодая звезда прошлых лет Джитендра начал свою болливудскую карьеру в конце 50-х годов и очаровал всех своими энергичными танцевальными движениями. Хотя ходили слухи, что он влюблен в Хему Малини, он женился на Шобхе. Тогда она работала стюардессой. У них двое детей – Экта Капур и Тушар Капур. Вечно улыбающаяся и жизнерадостная актриса Джухи Чавла сумела сохранить свой роман с промышленником Джеем Мехтой в тайне, пока они не поженились в 1997 году. Эта пара благословена сыном и дочерью. Джухи поддерживает свою кинематографическую карьеру, работая в выборочных ролях. Мадхури Дикшит и Шрирам Нене. Вся страна была поражена, когда Мадхури объявила о своем браке с доктором Шрирамом Нене. Она разбила миллионы сердец, когда после замужества взяла паузу в кино. После замужества она поселилась в США со своим мужем, который является сердечно-сосудистым хирургом. Теперь Мадхури – мать двух сыновей. Была на пике своей карьеры, когда вышла замуж за человека, который был вне ее суперзвездного мира. Красавица и стильная дива Мумтаз, которая очаровала своих поклонников своим превосходным актерским и танцевальным мастерством, вышла замуж за бизнес-магната Майура Мадхвани. Многие люди думали, что Майур женился на ней только из-за ее внешности и гламурной привлекательности. Но в ее жизни наступил момент, когда у нее не осталось ни бровей, ни ресниц, ни волос из-за рака. Говоря об их отношениях, вот что она сказала в интервью журналу. «Я никогда не забуду, что он обнимал меня как ребенка и называл самой красивой женщиной. Я знала, как я должна была выглядеть, но он заставил меня чувствовать себя красивой. Действительно, истинный пример того, как сильны узы любви и брака». Шилпа Шетти и Радж Кундра. Звезда Болливуда вышла замуж за британского индийского бизнесмена Радж Кундра. Этот дуэт сделал довольно громкие заголовки, когда они купили свое первое совместное предприятие в Раджастане. Сообщается, что Кундра зарабатывает 100 миллионов долларов каждый год. После того, как ее отношения с актером Акшаем Кумаром подошли к концу, Равини Тандон пришлось столкнуться с трудными временами, как в профессиональном, так и в личном плане. Однако известие о ее браке с кинопродюсером Анилом Тадани стало большим сюрпризом не только для ее поклонников, но и для всего кинобратства. Теперь, будучи матерью двоих детей, Равина вернулась к своей великолепной фигуре. Теперь ее можно увидеть судьей многих реалити-шоу на телевидении. Карьерный график Вивека Бероя прошел через огромные взлеты и падения. После женитьбы на Приянке Альфе, дочери бывшего министра Карнатаки, Вивек, похоже, окончательно остепенился. Они благословенны как мальчиком, так и девочкой.